Свыше 26 миллиардов тенге потратят на ремонт дорог в Западно-Казахстанской области. Так, в Байтерекском районе обновляют 90 километров дорожного полотна. Там сейчас реализуют 15 проектов на сумму почти 6 миллиардов тенге. Ремонтируют дороги и в селе Уркен. Населенный пункт находится в 60 километрах от областного центра и всего в 15 километрах от трассы Урал-Атырау. Но добираться туда сельчанам приходилось часами из разбитых дорог. Кроме того, в селе возводят новую школу и прокладывают сети централизованного водоснабжения. Город всего в 60 километрах от нас, но ехали по 2-3 часа. Сложно было. Постоянно из-за грязи машины застревали. Даже внедорожники не могли здесь проехать. Теперь вот надеемся, что эти трудности с дорогой уже позади. Подъездная дорога к селу Уркен. Протяженность дороги составляет 14,6 километров. Сумма проекта 946 миллионов тенге. Данный проект мы должны были завершить в октябре месяце текущего года, однако мы его завершим досрочно на 2 месяца вперед, то есть в августе месяце текущего года.